Я всех приветствую. Зовут меня Ирина. Я участница сообщества «Суперкопилка» с октября месяца 2019 года. Спустя полгода моего участия в проекте мне рекомендовали книгу «Технология создания денег». Сейчас этой книге исполнилось 4 года. И когда я прослушала аудиозапись этой книги, она мне просто перевернула мозг. Я поняла, как строятся финансовые пирамиды, почему они очень быстро скамятся, отбирая у людей их вложенные деньги. И почему сообщество «Суперкопилка» так долго работает и не закрывается. Именно в этой книге изложена вся суть, откуда берутся деньги. Книга написана очень понятным языком, почему мировые финансовые сообщества нас обманывают. Еще рассказывает о том, о чем не принято говорить в нашем обществе. Дав прочитать эту книгу своим родственникам, близким, друзьям или знакомым, они уже не будут задавать вопросы, как работает сообщество «Суперкопилка», что такое инвестиции. Эта книга по полочкам раскрывает, как работает сообщество и откуда берутся деньги в сообществе «Суперкопилка». Также рекомендую к просмотру фильм «Тета». Книга «Технология создания денег» есть как в печатном варианте. Также вы ее можете прослушать, потратив буквально 2 часа своего драгоценного времени. Поэтому книга «Технология создания денег» является отличным инструментом для приглашения. И когда к вам присоединяются люди, давайте ссылочку на эту книгу, и люди будут подключаться под вас. Стройте свой пассивный доход для своих детей, как это делаю я. Я уже на пассивном доходе и уже подключила свою дочь, которая тоже скоро выйдет на пассивный доход. Всем пока-пока!